Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 8. Урок 37. Найдем значение выражений при помощи картинок, на которых изображены геометрические фигуры. Рассмотрим первую картинку. На ней изображено 6 треугольников. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы отнимаем два треугольника, то есть зачеркиваем их. Посмотрим, сколько же треугольников осталось. 1, 2, 3, 4. Внизу, в пустую клетку данного примера, мы записываем результат. Это число 4. Значение разности. Рассмотрим вторую картинку. На данной картинке мы видим изображение 4 желтых кругов. 1, 2, 3, 4. К 4 желтым кругам мы прибавляем 2 красных прямоугольника. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ответ 6. Третья картинка. Нарисовано 1, 2, 3, 4, 5 овалов. Зачеркнули 1, 2, 3. То есть отняли 3 овала. Сколько овалов осталось незачеркнутых? 1, 2. Записываем результат разности. 2. А теперь найдем результат суммы, так как внизу стоит знак «плюс». Считаем синие треугольники. 1, 2, 3. 3 синих треугольника. Мы прибавляем 1 красный квадрат. И получаем 1, 2, 3, 4 фигуры. Разность данного, сумма в данном примере равна 4. Итак, разность в первом примере равна 4. Сумма во втором примере равна 6. Разность третьего примера равна 2. Сумма четвертого примера равна 4. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.